Всем привет! Вы на канале Yuzuru Hanyu Live. Сегодня пятница, и как всегда мы подводим итоги, что произошло за неделю и о главных новостях, связанных с Yuzuru Hanyu. Репортаж со вчерашнего первого дня шоу Starlight 2023 в Осаке. Кадры с репетиции и короткий комментарий Yuzuru после шоу. Из вкусностей – чокопай. Сладости я ел достаточно давно. Так как я стал профессионалом, внутри себя я решил обучаться, получая опыт. Поэтому я буду изо всех сил стараться кататься, чтобы вы могли это ощутить. Снимок Yuzuru Hanyu в специальной фотосессии журнала «Эра» стал частью экспозиции в Музее изящных искусств в Бостоне. Там открылась выставка «Хокусай. Вдохновление и влияние». Выставка будет открыта до 16 июля. Организаторы, проходящие сегодня в Бостоне выставки о «Хокусай», объяснили, почему включили фотографии Yuzuru Hanyu в экспозицию. Да, это портрет Yuzuru Hanyu, работы Мики Нинагавы, сделанный в 2022 году. Hanyu известен тем, что в своем катании сочетает мощь и красоту, характерные черты которой так можно было найти в большой волне Хокусая. Большая волна в Канагаве в 1831 года создания гравюра на дереве японского художника Кацусики Хокусая. Теперь понятны все многочисленные рюши и позы Yuzuru на фото для Эра. Это же надо было так догадаться, ведь такая знаменитая вещь – это гравюра. Браво дизайнеру и фотографу. Только Yuzuru с его изяществом и значимостью для Японии мог изобразить этот символ японского искусства. Опросили 1000 японских старшеклассников, выясняя, какой спортсмен должен быть в их учебниках. Среди девочек Yuzuru Hanyu занял первое место с большим отрывом. Мальчики же поставили его на третье место, предпочитая больше видеть бейсболиста Сёхея Отани, у девочек он второй, и девушку-борца вольного стиля Саори Юсиду, у девочек она третья. Yuzuru фигурирует в японских учебниках уже не первый год. Опубликован макет последнего анонсированного сувенира шоу-подарок Yuzuru «Снежного шара». Подставка украшена по мотивам программы интродукции Ирондо Капричиоза, а шар сам содержит отсылки к прошедшему 26 февраля уникального шоу Yuzuru. Диаметр снежного шара составляет около 10 см, высота 16,5 см. Сувенир доступен в предпродаже, отсылать его будут в июле, стоимость 18 тысяч йен. По словам журналиста из Hochi Shimbal, Yuzuru сказал относительно общего номера с Кухэем и Тимурой, что Дэвид Уилсон поставил хореографию первой части. Начиная с выхода Кухэя, хореографию ставил уже сам Hanyu. Yuzuru и Кухэй практически не обсуждали моменты, в которых будут пересекаться, и план хореографии. Они оба действовали с ощущением, что каждый покажет в номере, на что способен. И Yuzuru, и Кухэй сосредоточились каждый на своем деле, осознанным желанием, чтобы эта программа объединила и смешала вместе истинные энергии их обоих. Hanyu и Тимура создали этот номер с мыслью, что если они оба сфокусируются на себе, то это, несомненно, будет хорошим взаимным приумножением общих усилий. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень интересно знать ваше мнение. Всем пока!